Доброе утро, уважаемые коллеги. В Москве у нас утро. Наверное, добрый день, добрый вечер для коллег, которые смотрят из других регионов нашей необъятной Родины. У нас переменчивая погода, за окном все-таки солнце. Я надеюсь, что у вас погода тоже замечательная, утро прекрасное. Давайте начнем с вами первый в своем роде вебинар по правовому регулированию обращения с медицинскими отходами. Значит, уважаемые коллеги, давайте сразу определимся. Небольшая вводная информация. Значит, время трансляции у нас ограничено, мое время ограничено одним часом. Но при этом я рад сообщить вам, что в ближайшее время будет организована конференция по обращению с медицинскими отходами, которая пройдет в Москве 22 апреля, ну, уже не за горами, прямо скажем. Приглашаю всех принять участие в этом мероприятии. Чуть позже будет дана ссылка, по которой можно будет зарегистрироваться на этом мероприятии. Надо сказать, что мероприятие очень интересное. В этом году оно прошло достаточно продуктивно. И надо дать должное организаторам и докладчикам. Была очень хорошая, жаркая дискуссия. Тем более, что проблема, тема очень горячая и очень актуальная. Сегодня я буду говорить только о правовых проблемах, о правовых особенностях обращения с медицинскими отходами. Медицинские отходы – это очень большая проблема. Проблема для медицинских учреждений, для фармацевтических, для здравоохранительных, лечебно-профилактических учреждений. И очень много проблем именно правового характера, в частности, связанных с выдачей различного рода предписаний от контролирующих органов, связанных с порядком, организацией порядка обращения с медицинскими отходами на предприятиях, на учреждениях и так далее. То есть проблема очень значимая. Надо сказать, что медицинские отходы очень неоднородные. Нет достоверной статистики у нас в стране, наверное, но по статистике, которую нам предлагает Всемирная организация здравоохранения, медицинские отходы, они неоднородны, как я уже говорил, 85% составляют неопасные медицинские отходы различного рода, твердые, близкие по составу к твердым коммунальным отходам, иные отходы. 15% составляют именно опасные медицинские отходы, с которыми необходимо обращаться особым образом и обеспечивать обращение с ними в учреждении именно особым образом. Значит, достоверной статистики у нас в стране нет, потому что учет полноценный медицинских отходов у нас не ведется, к сожалению. Поэтому по оценкам экспертов это 80 и 20%. 80% это отходы неопасные, 20% это те самые опасные отходы, с которыми необходимо обращаться особым образом. Надо сказать, что медицинские отходы включают в себя очень большое количество, я думаю, что вы все прекрасно это знаете, но лишний раз не будет лишним проговорить, тем более, что у нас очень большая аудитория. Аудитория, насколько я понимаю, неоднородная. Есть и профессионалы своего дела, есть и коллеги, которые интересуются этой проблемой. Поэтому надо сказать, что медицинские отходы включают в себя очень большое количество отходов, зараженных именно патогенными веществами различного рода, и острые медицинские отходы, с которыми у нас вообще никаким образом, помимо санитарных норм и правил, регулирование не обеспечено, к сожалению. При этом, надо сказать, что очень большое количество и одноразовых шприцов, игл, скальпелей, лезвий и так далее, которые тоже, помимо требований санитарно-эпидемиологических и иных методических требований по обращению, практически никак не урегулировано. Хотя, по большому счету, обращение с медицинскими отходами требует четкого и вполне определенного законодательного регулирования. Вот сегодня мы с вами поговорим о проблемах правового регулирования, о том, насколько эта проблема и вообще порядок обращения с медицинскими отходами урегулирован в настоящее время, какие проблемы правовые у нас есть. Значит, пожалуй, начнем. Так, ну вот, коллеги, я забыл уточнить, меня слышно хорошо?
Если у вас возможность, пожалуйста, отреагируйте. Если меня слышно хорошо, плюсики, пожалуйста, поставьте. Ага, отлично. Отлично. Презентацию всем видно, да? Значит, на этом слайде я представил приблизительно содержание, соотношение понятий. Да? По большому счету, у нас в законодательстве встречаются совершенно различные определения понятий, схожих понятию медицинские отходы. Само понятие медицинские отходы в законодательстве появилось не так давно. То есть у нас были отходы лечебно-профилактических учреждений. Иногда можно говорить об отходах медицинской деятельности, об отходах медицинских учреждений, лечебно-профилактических учреждений. Надо сказать, что медицинские отходы – это наиболее узкое понятие, наиболее четкое, которое закреплено у нас в законодательстве. Значит, понятие отхода медицинских учреждений, лечебно-профилактических учреждений у нас значительно шире, потому что медицинские лечебно-профилактические учреждения образуют совершенно неоднородные по своему составу отходы. Как я уже говорил, это близкие к твердым коммунальным отходам, это радиоактивные отходы, биологические отходы и так далее, которые, исходя из того, что они производятся в медицинских, здравоохранительных, лечебно-профилактических учреждениях, признаются автоматически медицинскими отходами. Ну и в конце концов, более широкое понятие – отходы медицинской деятельности. Куда входят все эти понятия? Дело в том, что отходы медицинской деятельности в соответствии с тем содержанием понятия медицинского отхода, медицинские отходы, которые существуют у нас в законодательстве, туда входят и отходы фармацевтической деятельности и любые иные. То есть это понятие гораздо более широкое, нежели понятие медицинские отходы. И это необходимо иметь в виду, что эти понятия не тождественны, нет, и в соответствии с законодательством, и в соответствии с правоприменительной практикой. Хотя правоприменительная практика, надо сказать, формируется очень неоднородно, и сегодня мы про это поговорим, не вносит ясности позиции регулятора, позиции федеральных органов исполнительной власти. Судебная практика очень разнообразная, к сожалению, подчас позиции противоречит. И об этом мы сегодня как раз и поговорим. Что у нас говорит законодательство? В первую очередь, 49-я статья Федерального закона об охране здоровья граждан, об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации закрепила понятие медицинские отходы. Долгое время этого понятия не было. Это определение дается через перечисление тех видов отходов, которые входят в медицинские отходы. Это достаточно широкое, достаточно емкое определение. Туда включается достаточно большое количество совершенно разнообразных отходов. И надо сказать, что из-за такого широкого понятия подчас очень тяжело разграничить медицинские отходы и биологические отходы. Дело в том, что очень большое количество биологических отходов образуется в медицинских учреждениях, в том числе. И в этом тоже существенная проблема. Значит, медицинские отходы в соответствии с законом, это все виды отходов, образующиеся в процессах осуществления медицинской и, ну, отчасти здравоохранительной фармацевтической деятельности, по большому счету. То есть это очень широкое, очень большое определение, оно не добавляет ясности, к сожалению. К сожалению, оно создает порой путаницу правоприменительной практики. Сюда входят и анатомические, патологоанатомические, биохимические отходы, то есть, по сути дела, сходные с содержанием понятия биологические отходы. Надо сказать, что правовое регулирование обращения с биологическими отходами у нас также не закреплено законодательством, то есть тоже только специальными специализированными требованиями, которые не носят статус нормативных правовых актов. Значит, то есть очень большое широкое понятие. И, к сожалению, реализация, и вот такая широта понятия создает определенные правоприменительные проблемы, в том числе. Существуют совершенно различные позиции федеральных органов исполнительной власти относительно содержания понятия медицинские отходы и тех видов отходов, которые следует включать в понятие медицинские отходы. Было письмо Росприроднадзора, я сегодня еще буду о нем говорить, в соответствии с которым медицинскими отходами признаются и являются все отходы, образующиеся в результате хозяйственной и иной деятельности медицинских организаций. Тут очень сложно на 100% согласиться с этим утверждением. Совершенно очевидно, что несмотря на то, что
Действительно, как я уже говорил, неоднородный состав медицинских отходов определяется тем, что там образуются схожие по своему составу с коммунальными отходами, радиоактивные отходы, иные отходы. Но несмотря на то, что они зачастую могут иметь взаимодействие с больными, могут быть инфицированы, иметь различного рода патогенные возбудители и так далее. То есть, по большому счету, обращение с ними должно осуществляться на совершенно отдельной основе. То есть, в данном случае Роспотребнадзор, на мой взгляд, пытался дать понять то, что все отходы, исходящие из медицинских учреждений, медицинских организаций, должны признаваться медицинскими, пускай и разными по своему составу. Что касается судебных органов, то Верховный суд в одном из своих определений в рамках одного из судебных дел сделал вывод, что не все виды отходов, образуемых в медицинских учреждениях, могут признаваться медицинскими отходами. То есть в данном случае он имел в виду, что то, о чем я говорил, да, то есть далеко не все виды являются именно медицинскими отходами, опасными, и которые должны обращение с которыми должно осуществляться на принципиальной основе особым образом. Надо сказать, что эти позиции во многом противоречат друг другу, но в данном случае позиция Верховного суда исходя из обстоятельств дела. Тут надо смотреть, конечно, чем был обусловлен этот вывод. В данном случае, конечно, этот вывод немножечко вырван из контекста, но по большому счету можно сделать вывод о том, что далеко не все виды отходов могут, исходящие из медицинских, на наш взгляд, исходящие из медицинских учреждений и организаций, должны признаваться медицинскими. Потому что есть достаточно большое количество тех же самых коммунальных отходов, которые биологических и иных отходов радиоактивных, которые не имеют прямого контакта с больными, не могут являться возбудителем инфекционных заболеваний и так далее. То есть в данном случае необходимо четко определиться все-таки и в законодательстве, и в правоприменительной практике, что все-таки понимается под медицинскими отходами, обращения с какими медицинскими отходами должно осуществляться особым образом. Значит, что касается законодательного регулирования обращения с медицинскими отходами, надо сказать, что проблема в том, что очень часто ввиду отсутствия необходимого законодательного регулирования обращения с медицинскими отходами, этой сфере пытаются навязать регулирование законодательством об отходах производства и потребления. Но надо сказать, что пункт 2 статьи 2 Федерального закона об отходах производства и потребления совершенно четко указывает, что обращение с медицинскими, с биологическими отходами осуществляется на принципиально иной основе, должно осуществляться отдельным законодательством, которого сейчас по большому счету как такового нет. Как я уже говорил, в отношении медицинских отходов это отдельные нормы законодательства об охране здоровья граждан, о санитарно-эпидемиологическом благополучии, то есть полноценного правового регулирования сейчас нет, к сожалению. Что касается биологических отходов, то здесь, конечно, такая достаточно большая проблема пока на данный момент, потому что регулирования практически законодательного вообще нет. Значит, надо сказать, что и Минприроды, и Роспотребнадзор издали ряд писем относительно порядка обращения с медицинскими отходами. И в своих письмах, в своих позициях, вот я привел реквизиты презентации, очень интересные позиции разных годов, неоднократно отмечали, что действие норм Федерального закона об отходах производства и потребления и нормативных правовых актов Минприроды в области обращения с отходами не должно распространяться на медицинские отходы. То есть это вот такая интересная позиция, которую следует иметь в виду. То есть по большому счету те нормы и тот порядок, который предусмотрен для отходов производства и потребления, не распространяется на обращение с медицинскими отходами. Что касается системы законодательства, системы нормативно-правовых актов, регулирующих обращение с медицинскими отходами,
Значит, в данном случае, говоря о федеральном уровне, я не затрагиваю региональный уровень, очень многие субъекты Российской Федерации принимают свои правовые акты подзаконного характера, как правило. В Москве достаточно большое количество актов есть, во многих других субъектах Российской Федерации. Надо сказать, что система федерального законодательства представляет собой три основных уровня, да? Включает в себя, в первую очередь, нормы федеральных законов. Как я уже говорил, в первую очередь, это положение федерального закона об основах охраны здоровья граждан, которое предусматривает определение понятия медицинские отходы, это 49-я статья, порядок деления отходов на категории, на классы. Что касается нормативных правовых актов подзаконного уровня, в данном случае постановление распоряжения президента, указов разрешения президента, постановления распоряжения правительства, актов федеральных органов исполнительной власти, то в настоящее время, к сожалению, эта сфера очень пробельной является. У нас есть только постановление правительства, которое предусматривает критерии разделения медицинских отходов на классы по степени их опасности, также негативного воздействия на среду обитания. И по большому счету вот эти критерии применяются при, как вы знаете, при делении отходов на эти категории, на эти классы. Что касается актов более низшего уровня, то действует у нас специальный, как вы знаете, СанПин, санитарно-эпидемиологические требования по обращению с медицинскими отходами. Это тоже требования, которые утверждены нормативным правовым актом, постановлением главного государственного санитарного врача. И, к сожалению, ввиду отсутствия необходимого нормативного правового регулирования подзаконного характера, он фактически собой подменяет нормы законодательства. Там очень много закреплено специальных, специализированных требований, которые соблюдают, должны соблюдать все медицинские учреждения, медицинские организации. Они достаточно четкие, достаточно конкретные, но, к сожалению, необходимо, совершенно четко необходимо, чтобы порядок обращения с медицинскими отходами был урегулирован, конечно же, и на уровне актов правительства Российской Федерации, и федеральные органы исполнительной власти тоже должны внести свою необходимую лепту в это. Значит, что осталось за рамками правового регулирования? Значит, как я уже говорил, эта сфера является достаточно пробельной. Значит, в первую очередь надо сказать, что у нас виды деятельности по обращению с медицинскими отходами не урегулированы, поскольку они не являются, обращение с медицинскими отходами не урегулировано нормами законодательства об отходах производства и потребления, то и виды деятельности по обращению с медицинскими отходами тоже фактически не обязательно должны соответствовать законодательству об отходах производства и потребления. То есть такие виды деятельности по обращению с отходами, как сбор, накопление, транспортирование, обезвреживание, утилизация, хранение, захоронение и так далее, не обязательно соответствуют тем видам деятельности, которые вот как раз предусмотрены законодательством об отходах производства и потребления. В настоящее время отсутствует порядок нормирования образования медицинских отходов, не урегулирован порядок их учета, таким же образом, как, допустим, порядок учета отходов производства и потребления. Не предусмотрена необходимость лицензирования деятельности по обращению с медицинскими отходами и получения специальных разрешений в сфере обращения с медицинскими отходами. Не урегулирован порядок, полноценным образом, порядок предоставления отчетности об обращении с медицинскими отходами. Достаточно проблемной ситуацией является неурегулированность порядка и необходимости внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду для образователей медицинских отходов. И надо сказать, что это достаточно большая проблема. Есть и судебная практика на этот счет, есть и разъяснения федеральных органов исполнительной власти, которые зачастую пытаются этой обязанностью наделить медицинские учреждения, медицинские организации, хотя такая обязанность за ними не закреплена законодательно.
Не предусмотрена обязательная необходимость, законодательно подчеркиваю, необходимость профессионального обучения персонала организации и учреждений или получения ими дополнительного профессионального образования, необходимого для работы с медицинскими отходами. Такая обязанность, напомню, у нас предусмотрена и законом об охране окружающей среды, и законом об отходах производства и потребления. Что касается сферы обращения с медицинскими отходами, то, к сожалению, такая необходимость в настоящее время законодательно у нас не предусмотрена. И в конце концов, медицинские отходы не внесены в территориальные схемы по обращению с отходами, которые принимаются и утверждаются на уровне субъектов Российской Федерации. То есть потоки медицинских отходов у нас не учитываются в рамках территориальных схем. Это тоже является большой проблемой, потому что до конца нельзя на 100% проконтролировать, куда они едут, как они, где они размещаются и как осуществляются конечные стадии обращения с ними. То есть это все-таки достаточно пробельная сфера, которую необходимо регулировать соответствующим образом. Значит, в принципе, мы уже говорили об этом, но вот в такой виде не такой немножко несложной схемы я пытался это представить. Да, медицинские отходы включают наболевшую проблему острых медицинских отходов, включая острые медицинские отходы. В них входят близкие по составу к биологическим отходам, радиоактивные отходы и часть твердых коммунальных отходов, которые образуются в медицинских организациях, медицинских учреждениях. Совершенно точно можно сказать, что не все они имеют контакт с инфицированными больными. И вот это есть такая проблема. Вот я вижу здесь замечание, да, относительно того, что в некоторых регионах медицинские отходы включает территориальную схему. Это прекрасно. Это прекрасно, что в вашем субъекте федерации это происходит. Но, к сожалению, такой обязанности нет. Если мы посмотрим все подзаконные нормативные правоакты относительно содержания территориальных схем, к сожалению, такой обязанности нет. И это прекрасно, действительно, что в некоторых субъектах федерации медицинские отходы вносятся в территориальные схемы. Значит, что касается проблем правового регулирования в области обращения с острыми медицинскими отходами, конечно, очень большой проблемой является, как я уже говорил, специальная разновидность медицинских отходов, таких как острые медицинские отходы. Это различного рода шприцы, иглы, значит, скальпели, пипетки, ножи и так далее. В отношении них предусматривается, устанавливаются особые правила сортировки, сбора, маркировки, транспортировки и так далее. Но на законодательном уровне, к сожалению, эти вопросы у нас не регулируются. И острые медицинские отходы не выделяются, для них не формируется специальный правовой режим. Они не выделяются особым образом, хотя по большому счету необходимо, на мой взгляд, предусмотреть ряд специальных законодательных требований относительно порядка обращения именно с острыми медицинскими отходами. Надо сказать, что в зарубежной практике, в зарубежном правовом регулировании такие отходы выделяются в отдельную группу, и для них предусматриваются отдельные правила по обращению с ними. Для нас это большая проблема. Кстати, вот надо сказать, что очень часто некоторые виды медицинских отходов являются сложносоставными. Да? Те же самые шприцы или инъекторы для инсулина, например. Туда помимо острых частей, таких как иглы, входят различные другие отходы. Поэтому тоже сложносоставные отходы обращение с ними должно осуществляться на особом, как бы сказать, особым образом, да, то есть они должны разделяться при обработке и утилизации и так далее. То есть в данном случае, конечно, этот вопрос должен быть урегулирован особым образом. Значит, пару слов скажу, ну, в порядке, наверное, расширения кругозора. То, что, в принципе, обращение с медицинскими отходами достаточно давно является предметом международного правового регулирования. У нас есть ряд международных правовых актов, регулирующих, в том числе обращение с медицинскими отходами, различного рода конвенции, иные международные документы.
практически все эти конвенции Российской Федерации их либо приняла, либо ратифицировала, присоединилась, либо ратифицировала. Во-первых, Базельская конвенция, контроль за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Российская Федерация ее ратифицировала в свое время. Надо сказать, что медицинские отходы находятся практически в самых первых позициях списка опасных отходов, которые охватываются действием конвенции на их трансграничное перемещение через территорию, с территории сопредельных государств на или через территорию Российской Федерации. Требуется специальное разрешение федерального органа исполнительной власти. Такое разрешение выдается Росприроднадзором. Значит, Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Российская Федерация является страной конвенции. Ей регулируется порядок организации деятельности с медицинскими отходами на заводах по сжиганию медицинских отходов. Есть еще Миноматская конвенция о ртути, которая предусматривает постепенный отказ от различного рода определенных видов медицинских изделий, которые содержат ртуть. Ну и различные другие документы Всемирной организации здравоохранения, документы Организации Объединенных Наций, например, так называемые цели устойчивого развития, которые также предусматривают ряд требований, ряд правил, зачастую в форме деклараций по обращению с медицинскими отходами. Есть документы Европейского Союза, директивы Европейского Союза. Российская Федерация, конечно, как вы понимаете, является сторонним наблюдателем того, что происходит в Европейском Союзе. Нам эти директивы, конечно, важны только с точки зрения понимания того, как регулируются эти отношения у наших соседей в Западной Европе. Есть ряд директив, вот три основных директивы я выделил. Это так называемая директива IPPC, это директива о промышленных выбросах, о комплексном предотвращении загрязнения и контроле над ним, значит, которая предусматривает отдельное, необходимость отдельного сжигания зараженных медицинских отходов без предварительного смешения с другими категориями отходов. Это директива по полигонам захоронения отходов, которая запрещает принимать в захоронение на полигонах больничные и иные клинические отходы. Директива об отходах, которая была принята вместо директивы об опасных отходах, которая также предусматривала целый перечень различных видов отходов, включающих медицинские отходы, подлежащих особому регулированию. Сейчас немножечко эта директива регулирует эти отношения по-другому. Специально медицинские отходы не выделяет. Но вот, тем не менее, на основании этих директив государства-члены Европейского Союза принимают свои национальные правовые акты. Во многих странах есть специальные законы по медицинским отходам. В Великобритании есть специальный закон по медицинским отходам. По-моему, если не ошибаюсь, в ряде иных стран. И надо сказать, что государства Западной Европы во многом эту необходимость осознали немножечко, наверное, раньше нас и регулируют эти отношения особым образом на законодательном уровне. Значит, что касается подзаконных нормативных, даже не подзаконных нормативных правовых актов, а позиции федеральных органов исполнительной власти, в частности Минприроды России, Росприроднадзора, по различным аспектам обращения с медицинскими отходами, которые излагаются федеральными органами исполнительной власти в виде писем. Надо сказать, что письма не являются нормативным правовым актом, не содержат нормы права, а являются, по сути дела, разъяснением относительно каждой конкретной ситуации в отдельности. Поэтому нужно те позиции, которые излагаются в этих письмах, понимать, так сказать, в контексте, да? То есть в каком контексте эти позиции были изложены и в связи с каким обращением они были даны. Но надо сказать, что совершенно однозначно, да, эти позиции, к сожалению, противоречивы, эти позиции совершенно различных годов. Ну, во-первых, надо сказать, что в многочисленных письмах Минприроды и Росприроднадзора, как я уже отмечал, говорится о том, что действие норм Федерального закона об отходах производства и потребления, а также нормативно-правовых актов Минприроды в области обращения с отходами не распространяются на медицинские отходы. И надо сказать, что
Эта позиция основана, как я уже говорил, на норме пункта 2 статьи 2 Федерального закона об отходах производства и потребления, где указано, что медицинские отходы должны регулироваться особым, порядок обращения с медицинскими отходами должен урегулироваться отдельными законодательными актами. Значит, вместе с тем существует позиция Роспотребнадзора, изложенная в письме 2017 года. Это вот второй пункт, если вы обратите внимание, что все классы медицинских отходов, за исключением радиоактивных, а также биологических отходов, обезврежены соответствующим образом для возможности размещения на полигоне, подпадают под сферу регулирования Федерального закона об отходах производства и потребления. Это тоже очень интересная позиция, которая касается только захоронения обезвреженных соответствующим образом медицинских отходов. Но вот есть вот такие исключения, о которых говорит Росприроднадзор. Значит, также существует позиция, относительно которой, в соответствии с которой действие Федерального закона об отходах производства и потребления и нормативно-правовых актов Минприроды России в области обращения с отходами не распространяется на медицинские отходы, за исключением отходов класса А, прошедших установленные в законодательном порядке обеззараживания или обезвреживания, и отходов образовавшихся после обезвреживания. То есть, есть какие-то исключения, да, и Роспотребнадзор такие исключения перечисляет. Это тоже очень интересная позиция. Надо сказать, что позиции, совершенно различные позиции, и они подчас могут друг другу противоречить. Значит, также существует позиция, что выдача разрешительной документации на обращение с медицинскими отходами является неправомерной. То есть различного рода лицензии, иной разрешительной документации. Это связано с тем, что, учитывая то, что законодательство об отходах, как мы говорили, уже не распространяет свое действие на эту сферу, то и специальных, в данном случае, специальных, то есть сфера лицензирования обращения с отходами не распространяется на сферу обращения с медицинскими отходами. И различные иные другие позиции. Например, о том, что обязанность хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по обращению с медицинскими отходами, разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и представлять их в уполномоченный орган исполнительной власти не установлено. Или требования по получению лицензии по обращению с медицинскими отходами, оформлению паспортов на них, нормативов образования медицинских отходов, лимитов на их размещение, предоставление отчетности в области обращения с ними не установлено. То, о чем я, в принципе, говорил. Вот здесь я указал реквизиты этих писем. Очень интересные такие позиции. В принципе, можно найти их. Они в открытом доступе все находятся, почитать. Достаточно интересные позиции. Надо сказать, что они, конечно, такие, как вам сказать, зачастую, да, противоречат друг другу. Например, в одном из писем Роспотребнадзор указывает, что хозяйствующие субъекты, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, в том числе медицинские отходы, последующие направляемые на размещение, обязаны осуществлять платежи за негативное воздействие на окружающую среду в части размещения отходов. При этом Минприроды в другом своем письме того же года, через полгода практически, говорит о том, что выдача разрешительной природоохранной документации на медицинские отходы и взимание платы за негативное воздействие на окружающую среду при их размещении неправомерно. Ну, надо сказать, что мне ближе все-таки, я считаю, позиция вторая, да, относительно которой, ну, действительно, законодательством у нас не предусмотрена обязанность внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду в отношении образователей медицинских отходов. Значит, ну и вот позиция, в соответствии с которой, про которую я говорил, изложенная в письме Роспотребнадзора, о том, что все отходы, образующиеся в результате хозяйственной иной деятельности медицинских организаций, относятся к медицинским отходам. Есть достаточно разнообразная и подчас очень противоречивая судебная практика по вопросам обращения с медицинскими отходами. Причем долгое время, пока у нас не был упразднен высший арбитражный суд,
В его практике попадались такие дела. Сейчас это практика арбитражных судов, которые, по сути дела, подчиняются Верховному суду. Есть позиции Верховного суда, достаточно большое количество. Ну вот такие, наверное, четыре интересных позиции я привел. На самом деле практика значительно более обширная. И периодически появляются новые дела. Это очень интересные вещи. Ну, у нас, как вы знаете, право непрецедентное, но тем не менее позиции судебной практики, особенно позиции, дошедшие до Верховного суда, достаточно интересны. И позиции Верховного суда, в первую очередь. Значит, вот несколько точек зрения. Да? Не внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, за размещение медицинских отходов взыскивается с медицинских учреждений. Вот такая была позиция, да, причем изложена в определении Верховного суда, судов нижестоящих инстанций. Да? На мой взгляд, это противоречит и законодательству. Ну, тут тяжело сказать, нужно смотреть, конечно, более подробно суть дела. Значит, отсутствие паспортов медицинских отходов может служить основанием для привлечения медицинских учреждений к административной ответственности. Вопрос в том, по какому составу отсутствие, можно привлекать за отсутствие паспортов медицинских отходов. Вот мы сейчас чуть попозже поговорим с вами о юридической ответственности в области обращения с медицинскими отходами. Там достаточно любопытно все, учитывая то, что у нас еще и достаточно, ну вот недавно были внесены изменения в кодекс административных правонарушений. Значит, была позиция, в соответствии с которой отказывалась в возврате добровольно уплаченных платежей части платы за негативное воздействие на окружающую среду за образование медицинских отходов. Ну и в конце концов, та позиция Верховного суда, о которой я говорил раньше, которая гласит, что не все виды отходов, образуемые медицинским учреждением, могут признаваться медицинскими. И тоже эта позиция достаточно интересна и достаточно важна. На нее тоже можно иногда ссылаться. Значит, теперь поговорим немножечко о юридической ответственности за нарушение правил обращения с медицинскими отходами. Это очень важно, очень важный момент, учитывая то, что у нас очень часто организации медицинские привлекаются к юридической ответственности, к различным видам юридической ответственности, чаще всего к административной ответственности за нарушение требований в области обращения с медицинскими отходами. Нарушение требований в области обращения с медицинскими отходами у нас предусмотрена административная, может наступать административная, уголовная, дисциплинарная, гражданская, правовая ответственность. Вкратце я немножко расскажу вам о каждой из них. Наиболее распространенной является административная ответственность, и по статистике, и по количеству возбуждаемых производств по делам административных правонарушений. Долгое время у нас действовала норма статьи 8.2 Кодекса административных правонарушений, которая была достаточно обширной по своему содержанию и устанавливала административную ответственность за несоблюдение экологических, санитарно-эпидемиологических требований по обращению с отходами производства и потребления и озоноразрушающими веществами и иными опасными веществами. И по статье 8.2 неоднократно организации привлекались в связи с нарушением требований по обращению с медицинскими отходами, потому что она регулировала в том числе и порядок обращения с иными опасными веществами. Надо сказать, что 17 июня федеральным законом номер 141 были внесены изменения в кодекс административных правонарушений, долгожданные, была утверждена новая редакция ряда статей кодекса административных правонарушений, в частности касающихся обращения с отходами производства и потребления. В частности, статья 8.2 была разделена на несколько составов, на несколько статей, были отдельно выделены отходы животноводства. И появилась, в частности, статья 8.2.2, которая предусматривает административную ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при производстве, обращении или обезвреживании потенциально опасных химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов. Вот представляется, что по этой статье организации могут привлекаться в том числе за нарушение требований в области обращения с медицинскими отходами. То есть появился специальный состав, касающийся только экологических требований и именно различного рода опасных химических веществ, радиоактивных и иных веществ и микроорганизмов. Пока практики привлечения по этой статье нет, потому что она появилась совсем недавно.
Но совершенно точно можно сказать, что не должны применяться к нарушениям требований в области обращения с медицинскими отходами такие статьи, которые принимались раньше, применялись раньше. Это статья 8.2, она осталась в другой редакции. Она сейчас предусматривает административную ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Дело в том, что медицинские отходы, как мы уже с вами говорили, не являются отходами производства и потребления. Появилась статья 6.35 КУАП «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления». Тоже ровно по этой же причине не должна применяться к сфере обращения с медицинскими отходами. И, наконец, статья 14.1 Кодекса административных правонарушений «Осуществление предпринимательской деятельности без разрешения или лицензии, когда такое разрешение или лицензии необходимо». Как я уже говорил, лицензирование сферы, необходимость лицензирования деятельности по обращению с медицинскими отходами у нас сейчас законодательно не предусмотрено. Поэтому положения этой статьи, конечно, не могут применяться к сфере обращения с медицинскими отходами. Это совершенно четкая позиция. В данном случае, если организация или учреждение привлекает по этим статьям, то очень велика вероятность оспаривания их и, соответственно, отстаивания своей позиции. Что касается уголовных преступлений, надо сказать, что уголовной ответственности при наличии ряда тяжких последствий различного рода, при большой степени общественной опасности, эти правонарушения, эти деяния могут быть квалифицированы, нарушение требований по обращению с медицинскими отходами могут быть квалифицированы по статье 247 Уголовного кодекса Российской Федерации, который предусматривает ответственность за производство запрещенных видов опасных отходов, их транспортировку, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил. Здесь важно понимать критерии, по которым эти деяния могут быть квалифицированы в качестве нарушения, в качестве уголовного преступления. Это очень важно. Говоря о критериях, у нас долгое время в связи со старой редакцией, тогда еще статьи 8.2 КУАП, действовала позиция, изложенная в постановлении Пленума Верховного Суда, номер 21 постановление Пленума. Значит, это одно из, ну, у нас два таких крупных постановления Пленума Верховного Суда, которые применяется в этой сфере. И надо сказать, что там были закреплены данные четкие разъяснения относительно возможности разграничения административных правонарушений и уголовных преступлений. То есть критерии разграничения административных правонарушений и уголовных преступлений в сфере обращения с отходами производства и потребления. И они касались, в том числе, могли применяться в отношении медицинских отходов. То есть в данном случае могут в настоящее время теоретически применяться относительно разграничения составов, предусмотренных новой статьей 8.2.2 кодекса и статьи 247 Уголовного кодекса. Значит, ну, надо сказать, что это совершенно различный объект противоправного деяния. Статья 247 Уголовного кодекса предусматривает, она значительно шире, она предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил обращения с радиоактивными бактериологическими химическими веществами, радиоактивными бактериологическими химическими отходами, и ряд квалифицирующих признаков содержит, такие как угроза причинения существенного вреда здоровью, и разъясняется, что следует понимать под ними. Сейчас ввиду нехватки времени я не могу очень более подробно останавливаться на этом, но в принципе презентация, я думаю, у вас будет, поэтому можно более детально изучить, но опять же почитать само постановление Пленума Верховного Суда. Значит, существенный вред здоровью человека, причинение вреда здоровью человека, значит, угрозу причинения существенного вреда окружающей среде, загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, массовую гибель животных, ну и так далее. Смерть человека, массовое заболевание людей – это есть критерии квалификации деяний, в том числе связанных с нарушением требований по обращению с медицинскими отходами в качестве уголовного преступления. А как вы знаете, за нарушение уголовного преступления у нас предусмотрена ответственность значительно более серьезная, нежели санкции значительно более серьезные, нежели за совершение административного правонарушения.
Далее, пару слов о дисциплинарной ответственности. Надо сказать, что специальных требований относительно обращения с отходами или с медицинскими отходами, конечно, трудовое законодательство на нас не содержит, но зачастую работники, чьи трудовые обязанности вменено осуществление обращения с медицинскими отходами в учреждении в соответствии с различного рода инструкциями, в соответствии с локальными актами предприятия или организации, могут привлекаться к дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований в области обращения с медицинскими отходами, которые предусмотрены в том числе и законодательством, и СанПином. И, соответственно, они могут привлекаться за неисполнение, ненадлежащее исполнение работникам ими по их вине возложенных на них трудовых обязанностей. Надо сказать, что Трудовой кодекс в статье 192 предусматривает возможность применение дисциплинарных взысканий, таких как замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям, некоторыми федеральными законами, уставами организации, положениями о дисциплине могут применяться и иные виды дисциплинарных взысканий. А вот иных, помимо этих видов дисциплинарных взысканий, которые, то есть не предусмотренных федеральными законами, уставами или положениями о дисциплине, применяться не могут. При этом при наложении дисциплинарного взыскания должны быть выяснены все обстоятельства совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. Конечно, в случае отсутствия вины работника в нарушении требований, особенно если они повлекли какие-то неблагоприятные последствия, конечно, вид дисциплинарного взыскания при выборе вида дисциплинарного взыскания должны учитываться вот как раз наличие или отсутствие вины, все обстоятельства. Это тоже необходимо устанавливать, в том числе запрашивая объяснение работника в письменном виде и при этом принимая соответствующее решение. Гражданская правовая ответственность за нарушение требований в области обращения с медицинскими отходами. Надо сказать, что гражданская правовая ответственность наступает за два вида вреда. Это за вред, причиненный жизни и здоровью граждан, ну и за вред, причиненный окружающей среде и природным ресурсам. Ну, в том случае, когда, может быть, организация-подрядчик, которая не становится, как правило, собственником этих отходов медицинских, везет эти отходы не на полигон, а в иное место, не предусмотренное для этого законодательно. Ну, допустим, в ближайший овраг, ну, условно говоря, да. Что касается вреда, причиненного жизни и здоровью граждан. Порядок возмещения такого вреда предусмотрен у нас параграфом 2 главы 59 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Там есть ряд интересных правил. Мы сейчас буквально вкратце поговорим. И что касается вреда, причиненного окружающей среде природным ресурсам, то есть экологического вреда, то здесь есть специальные требования, предусмотренные федеральным законом об охране окружающей среды, это статья 77, 78, 79, и общие нормы, предусмотренные Гражданским кодексом, той же самой 59 главой части 2 Гражданского кодекса, который предусматривает порядок возмещения, порядок привлечения гражданской правовой ответственности и обязательства вследствие причинения вреда. Ну, буквально вкратце затронем этот вопрос. Значит, что касается возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан. Гражданский кодекс четко устанавливает, что при причинении гражданину увечья, ином повреждении его здоровья, в том числе при оказании медицинских услуг и так далее, возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок и доход, который он имел, либо определенно мог иметь, различного рода дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья. Значит, вот, в частности, Гражданский кодекс устанавливает, что это расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход и так далее, и так далее. В данном случае зачастую вместе с вредом здоровья может возмещаться и моральный вред. И гражданское законодательство предусматривает, что моральный вред может взыскиваться в судебном порядке в случае принесение физических или нравственных увечий, физического или нравственного страдания в результате нанесения увечья
или повреждения здоровья. То есть, как правило, иски о возмещении морального вреда следуют за исками о возмещении вреда здоровью. Это очень частая практика, и суды к этому относятся вполне адекватно. Значит, что касается вреда, причиненного окружающей среде. В данном случае, если подрядчик, ваш подрядчик повез медицинские отходы не туда и осуществляет ненадлежащее обращение с медицинскими отходами, то есть нарушением, несоблюдением различного рода экологических требований, санитарно-эпидемиологических, в первую очередь экологических, то организация может, и сам подрядчик как причинитель вреда, и иногда эта обязанность может возлагаться и на организацию, как собственника отходов, может наступать гражданская правовая ответственность. Какие положения предусмотрены законодательством об охране окружающей среды? Во-первых, предусмотрена обязанность полного возмещения вреда или возвращения вреда в полном объеме, причиненного окружающей среде, рассчитываемого исходя из таксы методик исчисления размера вреда окружающей среде. В настоящее время есть достаточно большое количество таксы методик причинения вреда окружающей среде различным компонентам окружающей среде, но, к сожалению, не всем. И в случае, если такие таксы и методики для отдельных компонентов окружающей среды отсутствуют, то, исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенные выгоды. Значит, по законодательству, в первую очередь, вред окружающей среде подлежит возмещению причинителями вреда. Но надо сказать, что не всегда эти причинители можно найти, и этих причинителей можно привлечь к соответствующей ответственности. Значит, компенсация вреда окружающей среде осуществляется добровольно, либо по решению суда, либо по решению арбитражного суда. Значит, обязанности по установлению нарушенного состояния окружающей среды наступают. Должны осуществляться за счет средств причинителей вреда в соответствии с проектом восстановительных работ. И очень интересная норма появилась, которые при определении размера вреда учитываются понесенным лицом, причинившим соответствующий вред, то есть причинителем затраты по устранению такого вреда. Это очень важная позиция. Но такие затраты должны быть подтверждены документально, установлены в законодательном порядке. Буквально в завершении пару слов о необходимости специального законодательного регулирования этих отношений по обращению с медицинскими отходами. Надо сказать, что Всемирная организация здравоохранения достаточно давно поднимала этот вопрос и выдает свои рекомендации относительно необходимости принятия специальных национальных законов в отдельных государствах, регулирующих отношения в сфере обращения с медицинскими отходами. И она в качестве рекомендации перечисляет те виды отношений, которые должны быть урегулированы этим законом. Это, во-первых, должно быть предусмотрено четкое определение опасных медицинских отходов, их различных категорий. Должны быть урегулированы, предусмотрены обязанности производителей медицинских отходов в отношении безопасного обращения и их утилизации, правила ведения учета и отчетности в этой сфере, устранение разрешительных или лицензионных процедур для системы обработки и обращения с отходами, контроль для обеспечения соблюдения закона и юридическую ответственность и порядок разрешения споров. И все эти аспекты, все эти вопросы чрезвычайно актуальны для нашей страны, по большому счету, потому что все вот перечисленные Всемирной организацией здравоохранения вот эти вот вопросы, они, к сожалению, у нас в настоящее время не урегулированы, и из-за этого возникают как раз вот те правоприменительные проблемы, о которых я говорил ранее. Ну, в настоящее время, говоря о нашем национальном законодательстве, существуют такие вот три, на мой взгляд, возможных направления, возможных пути, по которым может развиваться правовое регулирование обращения с медицинскими отходами. Во-первых, либо принятие самостоятельного федерального закона об обращении с медицинскими отходами. Такие попытки были. Но путь такой непростой, потому что пока нет того объема норм, того массива норм, которые следует объединять в единый федеральный закон. Хотя такие попытки были, и о необходимости такого специального федерального закона тоже говорилось, в том числе на высшем уровне. Более реальный подход, второй, в соответствии с которым можно
вносить изменения в федеральный закон об отходах производства и потребления и в иные законодательные акты в целях распространения действия законодательства об отходах производства и потребления на медицинские отходы. Мы сейчас видим, что у нас в федеральном законе об отходах производства и потребления есть свои подсистемы, например, есть специальная глава 5.1, которая регулирует особым образом, отдельным практически, устанавливает специальные правила по обращению с твердыми коммунальными отходами, там есть много специальных своих норм, то есть специальная глава, и вот по этому пути можно пойти в отношении медицинских отходов, например. Ну, либо третий путь – внесение соответствующих изменений в федеральный закон об основах охраны здоровья населения, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в части конкретизации порядка обращения именно с медицинскими отходами. То есть более конкретно урегулировать те отношения, которые сейчас урегулированы вот в этих законах. То есть у нас сейчас, как помните, мы говорили о том, что есть только определение понятия медицинские отходы и деление их на классы опасности. Значит, все. У меня все. Спасибо вам большое за внимание, уважаемые коллеги. Значит, что касается вопросов, к сожалению, наше время вышло. Значит, сейчас появится ссылочка у вас в чате. По этой ссылочке вы можете зайти и задать свои вопросы. Эти вопросы мне обязательно передадут. И я постараюсь, ссылочка появилась. Я постараюсь на все эти вопросы в ближайшее время вам ответить в отдельном порядке, уже не здесь, уже, наверное, не онлайн, но обязательно все эти вопросы посмотрю и постараюсь на них ответить. Значит, мое время вышло, сейчас меня сменит генеральный директор ООО «Гарантмед» Перминов Дмитрий Сергеевич, это следующий наш спикер. Спасибо вам большое за внимание. Несмотря на то, что я вас не вижу, с вами было очень приятно. Тем более я вижу, что эта проблема находит живой отклик, судя по чату, который я вижу. Уважаемые коллеги, извиняюсь, что я не смог ответить сразу, потому что время, понимаете, но все вопросы я обязательно посмотрю и обязательно постараюсь вам ответить. Спасибо вам большое, всего вам доброго и здоровья вам и благополучия. Добрый день. Меня зовут Перминов Дмитрий Сергеевич, я генеральный директор компании «Гарантмед», входящей в федеральную группу компании «Перетта». Сегодня мы будем с вами говорить о практике. Я буду говорить с вами как практик по работе с медицинскими отходами, какие проблемы встречаются, с какими проблемами сталкиваются медицинские учреждения. Так, наша компания работает на большей территории Российской Федерации, и мы своей задачей ставим предоставление для наших клиентов комплексного подхода по работе с медицинскими отходами. То есть мы работаем почти по всей России. И мы сопровождаем наших клиентов по всем вопросам обращения с медицинскими отходами. Поэтому мы очень хорошо знаем, какие практические проблемы, вопросы возникают у медицинских учреждений при работе с медицинскими отходами. Предлагаю об этом и поговорить. Пономарев Михаил Вячеславович уже подробно обсудил вопрос законодательства, но хочу начать именно с практического применения того, с чем сталкивается вопрос применения этого законодательства к медицинским отходам. Я никого не удивлю, сказав, что законодательство по медицинским отходам является несовершенным, мягко говоря. То есть, если мы говорим про отходы промышленные, первый, четвертый класс опасности, там более-менее законодательство на должном уровне. К сожалению, про медицинские отходы это мы сказать не можем. Причем мы сталкиваемся с тем, что в различных регионах нашей страны проверяющие органы по-различному трактуют действующее законодательство. То есть есть регионы, где региональный Роспотребнадзор, допустим, идет на ужесточение, издавая об этом официальные бумаги. То есть, например, есть пункт Санпина 4.10, который говорит о схеме административной территории, утвержденной административной территории. То есть есть у нас практики, где Роспотребнадзор уверяет, что это должна быть обязательно территориальная схема, хотя территориальная схема никак не может распространяться на медицинские отходы, потому что она идет по 89 ФЗ и распространяется только на промышленные ТКО. Медицинские отходы, как мы знаем, из 89 закона выведены, поэтому
Сейчас все попытки внедрить медицинские отходы в территориальную схему больше выглядят как некоторый формализм. Например, я знаю, что в Татарстане они вписаны, но никакого реально организационного процесса от этого не происходит, потому что территориальная схема не регулирует. Также у нас есть регионы, где официально судом установлено, что административная территория – это территория медицинского учреждения, и фактически означает, что любое медицинское учреждение само выбирает ту практику работы с медицинскими отходами, которая ему удобнее и которую он считает безопаснее и лучше для себя. Значит, поскольку достаточно уже много сказано про законодательство, я не буду про это углубляться. Единственное, что считаю очень нужным сказать для всех слушателей, что, как уже было озвучено, вступили 17 июня новая редакция КоАП. Мы собираем достаточно подробную статистику, и сейчас мы видим, что вот за этот практически маленький промежуток больше по статье 8.2 не вынесено ни одного постановления. Теперь выносятся все на основании статьи 6.35, где мы видим штраф уже не там, 200 тысяч, а до миллиона на медицинское учреждение. То есть сейчас сознательно законодательство ужесточено и штрафы сильно повышены. В связи с чем надо быть особо бдительными в этом вопросе. То есть, сейчас активно разрабатывается в Федеральном Роспотребнадзоре новые правки в санитарные правила вместе с Росприроднадзором и другими государственными органами. Но, насколько наша информация есть, в ближайшее время мы не ждем их выхода. То есть, сейчас опубликованы официальные изменения в санитарные правила, которые не очень сильно меняют нынешнее законодательство, они уточняют температурный режим хранения отходов в холодильных и морозильных камерах, но какого-то критически нового подхода мы не видим в нынешних правках. То есть, а будущие правки, которые будут серьезные, они выйдут не раньше конца следующего года, по нашей информации. То есть они на данный момент даже не опубликованы, даже проекта еще нет. Давайте, это мы я кратко проговорил по вопросу законодательства, больше на этом останавливаться не будем. Дальше я предлагаю обсудить те практические проблемы, с которыми сталкиваются медицинские учреждения в работе с медицинскими отходами. Ну, основные проблемы, медицинские отходы, какие у нас доставляют медицинскому учреждению. То есть, если мы говорим про большие больницы, то надо понимать, что медицинские отходы являются одним из главных источников распространения внутрибольничных инфекций. Потому, особенно если они обеззараживаются устаревшими химическими методами, которые уже всеми признаны как устаревшие и неэффективные. Но кроме этого, то есть есть официальные исследования, если я не ошибаюсь, это исследовал Центр СПИД Краснодарского края, который говорит, что до 70% заражений медицинского персонала во время профессиональной деятельности происходит именно в момент контакта с медицинскими отходами. В связи с чем, то есть надо понимать, что это сфера повышенного риска для не только населения, но и для медицинского персонала. Также бывает, что медицинские отходы просто становятся финансовой дырой для многих медицинских учреждений, которые неправильно выбирают технологии работы с медицинскими отходами. Об этом мы будем говорить чуть дальше, потому что сейчас на рынке предоставляется достаточно большое количество разнообразных методик по их обезвреживанию. И некоторые, мягко сказать, являются экономически неэффективными. Ну и, конечно, основная проблема, которая вызывает которая медицинские отходы, это прохождение проверки для медицинских учреждений. То есть сейчас проверяется не только то, куда они поехали. Сейчас мы все больше видим, что по всей территории Российской Федерации очень большое внимание уделяется процессу сбора, накопления и конечной утилизации. Причем, если у вас отходы вывезли, это не является вашей гарантией бумажка-эталон, который вы получили на руки от компании, которая вывезла у вас, не является гарантией того, что
у вас не будет проблем. То есть мы постоянно мы видим, что на территории всей России, от Москвы до наших окраин, самых дальних, медицинские отходы находятся в лучших случаях на свалках, в худших случаях на канавах. Недавно был случай здесь, в Нижнем Новгороде, когда нашли на детской площадке шприцы, зараженные гепатитом, выкинули их кто-то, неизвестно кто. То есть, и если отходы вашего медицинского учреждения будут найдены где-то, то все равно будет, придут к вам с проверкой, и, скорее всего, вы будете виновником. Поэтому дальше мы будем говорить, талончик и вывоз их с вашей территории не является гарантией вашей безопасности в этом вопросе. Давайте сейчас немножко обсудим структуру вообще экономики медицинских отходов, потому что многие считают, что вывезли на утилизацию отходы, и на этом, в общем, расходы медицинского учреждения заканчиваются. Но нет, по-настоящему утилизация и их вывоз – это не более чем 40% от тех расходов, которые реально медицинское учреждение несет. То есть вы, медицинское учреждение, должно их накапливать. Причем накопление, согласно всем исполнениям нормативным требованиям санитарных правил, это бывает, что стоимость доходит больше, чем сумма утилизации, потому что оборудование комнат, согласно санитарным нормам, достаточно дорогостоящая вещь. Также вы тратите при химическом обеззараживании суммы, сопоставимые по-настоящему с утилизацией, на закупку ДЭС-средств, если в действительности обеззараживать по всем нормам эти отходы. Также сбор, то есть это непрокалываемая тара, пакеты, все согласно нормам СанПина является тоже очень большим источником отходов. Поэтому при оценке общих расходов на медицинские отходы и при подходе выбора методом, каким вы будете их обеззараживать, вы должны учитывать все эти расходы. Потому что у нас был метод, когда мы в свое время поставляли СОЧ-печи, все выходило очень красивая цена для медицинского учреждения, но при подробном расчете оказывалось, что использование расходного материала для этих СОЧ-печей сделало такую экономику, что люди просто были вынуждены отказываться от этого оборудования. Если мы говорим про стоимость самой популярной на нашем рынке услуги, просто когда у вас вывезли отходы и их обезвредили где-то вне территории вашего медицинского учреждения, то цены на данную услугу очень варьируются по России. То есть вот слева вы видите график цен в разных регионах нашей страны, цена указана за килограмм, то есть по-настоящему цены варьируются от 4 рублей до 200 рублей, я видел такие цены. Причем надо сказать, что цена в 200 рублей не является гарантией вашей безопасности, того, что у вас не возникнет проблемы, и что подрядчик окажется полностью порядочным. А цена, условно, в 4 рубля, которая очень часто сейчас встречается, особенно на московском рынке, является нереальной ценой для утилизации отходов по всем нормам, которые сейчас требуются согласно законодательству. То есть, ну, здесь достаточно простой пример можно привести, что килограмм обычных коммунальных отходов на полигоне захоронить стоит 1 рубль за килограмм. То есть, если мы добавляем сюда транспортировку, выходит 4 рубля на килограмм. То есть, когда отходы медицинские вывозятся по 4 рубля, это само по себе говорит. То есть, экономика нормальной утилизации согласно законодательству невозможна при таких ценах. Есть разные методики. Никто не говорит, что вы должны отдать все это на субподрядчику, который у вас это вывезет и сделает это для вас. То есть вы можете установить СОЧ-печь, можете установить балтнеры или другие системы автоклавирования, которые сейчас на рынке. Но, как я уже говорил, мы призываем всех очень тщательно просчитывать, включая работу, техническое сопровождение данного оборудования, потому что иногда скрытые расходы, которые потом возникают в медицинских учреждениях, которые оказываются значительно больше, чем сумма на закупку данного оборудования. Конечно, каждое медицинское учреждение выбирает метод работы для себя и оценивая собственные риски для этого.
Значит, как же нам быть в этой ситуации? То есть мы в своей практике достаточно долго работаем на этом рынке. Мы являемся одной из старейших компаний. Общее время нашей работы более 12 лет на рынке. Мы пробовали все возможные методики, работали с разным оборудованием. В результате мы пришли к мнению, что оптимальные с точки зрения клиентов, с точки зрения медицинских учреждений, это организация комплексного подхода, когда фактически медицинское учреждение отдает на полный аутсорсинг работу с медицинскими отходами своему подрядчику. Кроме того, что это позволяет экономить до 30-40% совокупного бюджета медицинского учреждения, это позволяет снизить риски по заражению персонала, распространению внутрибольничным инфекциям, снизить финансовые расходы. То есть мы сейчас, не только мы, очень много компаний на рынке представляет такую услугу. Большей части регионов нашей страны она уже активно распространяется. То есть мы говорим о технологии, когда медицинские отходы накапливаются в специализированных морозильных холодильных камерах в соответствии от потребности. То есть организуется сбор, обучение персонала, предоставление расходных материалов необходимых, потому что если мы говорим про работу с необеззараженными отходами, то здесь мы не можем экономить на расходных материалов. То есть часто очень встречается, что трактовка непрокалываемые контейнеры трактуются как канистры пластиковые, которые остаются условно от тех же ДС-средств. Это очень распространено на нашем рынке, что греха таить, все экономят деньги, потому что все-таки медицинское учреждение основную свою задачу выполняет, это лечение людей. То есть, и отходы являются вторичным уже следствием этой работы, и на нем всегда пытаются сэкономить. Если вы работаете с необеззараженными отходами, мы призываем вас пользоваться только сертифицированными расходными материалами, то есть которых есть десятки поставщиков на территории Российской Федерации на любые потребности, кошелек, спрос. Но это позволит уберечь ваш персонал от заражения, то есть это позволит гарантировать, что отходы все-таки приедут на утилизацию, потому что сейчас очень тщательно стали следить на полигонах, чтобы не появлялись желтые мешки нигде. То есть, и в результате они доходят все-таки до мест их утилизации, что позволяет вам более-менее чувствовать себя спокойно. То есть, когда вы выбираете метод утилизации отходов, сразу надо договориться, что вы должны общаться с вашими проверяющими органами. Как я ранее говорил, в различных регионах нашей страны есть различные трактовки. Если в некоторых регионах условно Росприроднадзор и Роспотребнадзор сознательно идет на отказ от химического обезвреживания отходов и их последовательное шредирование. Надо всегда помнить, что химическое обеззараживание отходов не является их обезвреживанием, оно является необеззараживанием. После этого вы должны, согласно санитарным правилам, их шредировать или измельчить другим методом, чтобы не было возможно их повторное использование. Но в многих регионах сейчас идет сознательный отказ, потому что, кроме того, что это опасно для медицинского персонала с точки зрения эпидемиологии, это еще очень загрязняет окружающую среду, потому что фактически потом в нашей природе, на нашей земле оказываются химические отходы, которые, ну, средством дезинфекции, в основном это хлор, который очень пагубно влияет на природу. К сожалению, то есть, несмотря на то, что в разных регионах есть разные трактовки, хотя в основном все склоняются к более современным методам, но вам никогда Роспотребнадзор не выдаст официальный ответ, то, как они это видят. То есть у них Роспотребнадзор считай, говорит так, что пройденная проверка является означает, что вы выполнили все нормы СанПин. СанПин является противоречивым, всегда можно найти противоречия, но обычно в нашей практике практически всегда сотрудники Роспотребнадзора очень компетентно всегда объясняют, как лучше работать, чтобы не было проблем. То есть, ну, с невыполнением санитарных правил это означает.
Все-таки как вам защититься от рисков того, чтобы ваши отходы не были найдены на полигоне, не были найдены в канаве, потому что, особенно если вы государственное медицинское учреждение, вы проводите тендер по 44-му федеральному закону, фактически ваши руки очень связаны им. Но я вам сразу скажу, что сейчас очень идет большая практика во многих различных регионах. Медицинское учреждение имеет право требовать с поставщика не только предоставлять должным образом документы, а вплоть до невозможности экспедирования отходов на площадке и показа утилизации. В противном случае медицинское учреждение имеет право разорвать контракт, потому что сейчас это официальная позиция ФАСа, которая это поддерживает, официальная позиция судов, то что иначе риск несет медицинское учреждение, потому что в случае нахождения их отходов ответственность как административная, так и уголовная ложится на собственников отходов. А это означает, что на медицинское учреждение. Что должен иметь ваш подрядчик, чтобы вы могли быть более-менее уверены в том, что он надежный подрядчик, и ваши отходы не окажутся неизвестно где. Компетентный, ответственный подрядчик имеет собственные площадки, заводы по утилизации отходов. Сейчас, к сожалению, в связи с тем, что медицинские отходы выведены из 89 ФЗ, лицензирования нет. То есть мы надеемся, что это будет исправлено в течение 2020 года и какое-то лицензирование будет введено. Сейчас губернатор Московской области написал письмо на имя председателя правительства Медведева о том, чтобы ввести их под 89 ФЗ, чтобы не было опасности для населения. Сейчас этот вопрос активно рассматривается. То есть мы все ждем лицензирования. Сейчас же вы имеете право запрашивать документы на площадку. Это должно быть обязательно разрешение на выбросы, если идет утилизация методом сжигания, ну, практически всегда она, или документы на альтернативное оборудование. И, конечно, санитарное эпидемиологическое заключение на деятельность по обеззараживание медицинских отходов. То есть эта бумага должна быть у вашего подрядчика. К сожалению, вам могу сказать, что, допустим, если оценивать рынок Москвы и Московской области, то, дай бог, у 30% нынешних подрядчиков такие площадки реально есть, существуют. Остальные работают, пользуясь несовершенством нынешнего законодательства. То есть мы сейчас часто сталкиваемся с тем, что когда мы приходим в регионы, да и в Москве это очень распространено, что нам говорят, что вы должны выдавать талон на медицинские отходы. Талон выдает полигон. Захоронение на полигоне, согласно нынешним нормам, запрещено. Не может быть талонов на медицинские отходы. Талон дается на ТКО при их захоронении. То есть это в данный момент неправильно. То есть должны быть документы на утилизацию, на площадке и на оборудование по их утилизации. То есть сейчас нынешнее законодательство позволяет объединять торги. Очень во многих регионах нашей страны идет объединение. То есть добросовестный, качественный подрядчик всегда сможет нам предоставить не только документы на оборудование, он сможет нам предоставить документы на транспорт, который также требуется по санитарным правилам. Ваши требования этого от подрядчика гарантирует все-таки, что ваша работа с компетентным ответственным подрядчиком. То есть мы призываем еще раз всех очень ответственно относиться, учитывая особенно нынешние изменения и увеличившиеся штрафы по медицинским отходам. Ну, это основное, что можно сказать. Я готов, в общем, ответить на вопросы, если они есть по времени. Значит, вот есть вопрос, какие разрешительные документы и в каких госорганах нужно получить, чтобы обезвреживать медицинские отходы. На данный момент сейчас получается два документа основные. Это Роспотребнадзор выдает санитарно-эпидемиологическое заключение на обезвреживание медицинских отходов, и Росприроднадзор выдает разрешение на выбросы на площадку, на которой отходы утилизируются. В данный момент, к сожалению, лицензирования нет.
Раньше эти документы были формально предтечей получения лицензии. Сейчас в связи с тем, что нет лицензирования, это является теми документами, которые требуются. Значит, я вижу вопрос по классу А. Значит, класс А по медицинским отходам, которые образуются. Все мы понимаем, что класс А это фактически является твердыми коммунальными отходами, которые образуются, включая бухгалтерию и все остальное. Но согласно нынешнему законодательству, поскольку все медицинские отходы выведены из-под 89 ФЗ, все они относятся к нормам СанПина, региональные операторы не могут брать медицинские отходы. То есть нам известно, что большая часть Российской Федерации региональные операторы официально отказались. Знаем мы регионы, где региональные операторы вывозят класс А и захоранивают их на полигоне. То есть надо смотреть в специфику каждого региона. С точки зрения четкого соблюдения нынешнего законодательства, региональный оператор не может брать отходы класса А и захоранить их на полигон. Это возможно только в том случае, если произведено сепарирование отходов, и они разделены на разные классы, условно стекло отделено, раздельный сбор, и после этого остатки могут захораниваться на полигоне. По классу, значит, по лекарствам вижу вопрос, что делать с лекарствами. Значит, лекарственные препараты являются отходами класса Г, но мы знаем, например, что ртутные градусники тоже являются отходами класса Г. Если мы говорим про ртутные градусники, ртутосодержащие отходы, то на них требуется, они являются кроме как отходом медицинским класса Г, они еще являются первым и четвертым классом опасности, и они есть в ФККО. И на это обязательно должна быть лицензия, которая им обязана запрашивать медицинское учреждение. Они должны быть обязательно у вас, потому что при проверке вы должны будете предъявить лицензию компании, которая у вас вывезла. Если мы говорим про лекарства, сейчас лекарства для утилизации не требуют лицензии. Они вывозятся согласно акту, форме, установленной правительством. Вы должны собрать комиссию на территории вашего медицинского учреждения, передать их подрядчику, и дальше с такой же сбором комиссии он должен утилизировать их на площадке. Причем в комиссию при утилизации лекарств на площадке должны, согласно установленным документам правительством, должен присутствовать сотрудник вашей медицинской организации. Так, давайте следующие вопросы. Памперсы в домах для представления какого класса опасности? Значит, памперсы долго вызывали большие споры на территории почти всей нашей страны. В результате Федеральный Роспотребнадзор выпустил разъяснение о том, что памперсы являются отходом класса А, если в домашние отходы они считаются классом ТКО, то есть фактически мы их не разделяем. Если мы говорим про медицинское учреждение, то в медицинское учреждение, где есть вирусные инфекции, это и считается класс Б. Если мы говорим условно какой-нибудь дом ветеранов, где живут пенсионеры, вирусных заболеваний нет, это класс А, и захораниваются они, соответственно, на полигоне. Ну, соответственно, сохраниваются или утилизируются они как класс А, соответственно, как я говорил. Да. То есть, этот класс А также утилизируют и сжигают очень много людей. Отходы класса Б после обезвреживания приравнены к отходам класса А. Можно ли их утилизировать на полигон? Значит, здесь надо понимать, что санитарные правила гласят, что они приравнены к классу А. Их можно захоронить на полигоне, но вы должны обязательно изменить их внешний вид. То есть это обычно покупаются шредеры, они устанавливаются на территории вашего медицинского учреждения, измельчаются. То есть согласно нормам СанПин, их невозможно должно быть употребить повторно. То есть после этого они могут захораниваться, да, на полигоне. Да, у нас есть франшиза, но, к сожалению, за Байкальским краем мы уже работаем. Можно обсуждать эти вопросы.
Аукционов. Так, большинство больниц при размещении аукционов на вывоз отходов указывают ТКО. В таком случае участники аукционов имеют право. Если больница размещает свои отходы как ТКО, то это нарушение больницы. По-настоящему, то есть это им грозит при проверке, потому что они неправильно классифицируют, они не имеют права относиться. Не имеют права относить их к ТКО, согласно действующему законодательству. Как правильно обезвредить лекарства? Лекарства в основном обезвреживаются методом огненного утилизации и сжигания. Пишите ФАС на такие аукционы. Значит, согласно 44-му ФЗ, объединение связанных аукционов являются разрешенными. То есть об этом есть мнение ФАС, которое почти практически по всей России. То есть, конечно, в каждом регионе ФАС имеет право выносить собственное решение. Мы никогда не призывали, не призываем никого использовать никакие закрывающие, нечестные методы торговли, но медицинское учреждение имеет право требовать, чтобы предоставлялись услуги согласно санитарным требованиям. И сейчас есть позиция ФАСа, которые пробовали обжаловать в суде, и суд подтвердил позицию, что медицинские учреждения имеют право требовать объединения аукционов. То есть сейчас последний суд был, по-моему, по Ленинградской области, в Иркутске был суд, еще где-то, я сейчас вам не скажу. Но общая позиция такая, что поскольку особо опасные отходы и большие риски для населения, и это не противоречит 44-му ФЗ, объединение разрешено и допускается. Вот так. Утилизация отходов. Использование отходов. Действительно ли можно метод отхода утилизировать, как было сказано вам ранее, какие классы? Я не очень понял вопрос. То есть отходы можно утилизировать разными методами, как методом. То есть мы сейчас используем конкретно мы огненное сжигание. Есть разные технологии, есть пиролиз, есть автоклавирование. Если у вас по результатам метода обезвреживания отходов, вы должны заказать экспертизу, проверить, если они соответствуют требованиям нынешнего законодательства, то этот метод обезвреживания может быть применен. То есть бесчисленное количество и плазменный метод, их СВЧ-метод, их огромное. Мы просто для себя выбрали огненное сжигание, и то есть, там, как оно является оптимальным с точки зрения цены, эффективности, потому что большие объемы другими методами утилизировать невозможно. Но здесь есть очень много крайностей, то есть мы очень много вкладывали деньги в очистки, потому что нельзя условно сжигать отходы их, но загрязнять атмосферу выбросами. То есть это, конечно, на ответственность каждой компании, которая занимается утилизацией, но обычно те компании, которые это делают с вредом для природы, долго не существуют на нашем рынке. Так, сейчас давайте следующие вопросы. Так. Так, смотрите, сжигание – это обезвреживание, вот вопрос, или метод ходом нельзя применить термины 89 ФЗ. То есть есть официальная бумага, которая разъяснение выпускал Роспотребнадзор о том, что огненный метод утилизации является методом обезвреживания отходов. То есть почему сейчас очень много людей используется вывоз необеззараженных отходов? Конечно, вывоз необеззараженных отходов должен происходить строго по нормам, потому что вы должны все понимать, что если вы вывозите необеззараженные отходы, это особый риск. То есть должен быть обязательно транспорт специализированный, холодильный, морозильный, полностью сохранение ходовой цепи, включая площадку, где происходит утилизация. Но конкретно сжигание и подобные методы являются методом обезвреживания отходов конечным. Да.
Так, можно ли аптечки первой помощи передавать на полигон ТКХ на размещение? Знаете, к сожалению, я вам не подскажу, потому что аптечки первой помощи очень часто имеют разную структуру, потому что есть находится внутри. Если там находятся лекарственные препараты, то они должны утилизироваться как лекарственный препарат. Если там только неиспользованные бинты и пластырь, то их можно выбрасывать на полигон. Это не является. Добрый день. Правильно я понимаю, что если фармацевтическое производство, все отходы, которые от него образуются, являются медицинскими отходами, даже смет ТКО, групп класса А, как это проект, ну, с этим прописано правильно. Значит, по вопросу отходов, которые образуются на фармацевтическом производстве, я сейчас вам не отвечу в связи с тем, что это очень долгий вопрос. То есть я думаю, что можно взять мои контакты, связаться, мы с вас подробно проконсультируем, бесплатно объясним, как вам правильно работать с этими вопросами. Мы работаем с многими заводами, то есть не все отходы, конечно, являются медицинскими, потому что, но отходы самого фармацевтического производства как предприятия, являются медицинскими, утилизируются. Смет с улиц, даже медицинское учреждение проводит аукционы, как отдельно вывозится на полигоны на данный момент. Потому что здесь не совсем устаканенное законодательство, и ну, в данный момент правоприменительная практика позволяет это делать. Так, к какому классу отходов можно отнести отходы ремонта и строительственных работ, проводимых в санатории, отходы от собственных очистных сооружений? То есть, снова-таки, это вопрос, который требует, невозможно ответить, потому что надо смотреть. Если вы проводите ремонт условно внутри медицинских кабинетов, то это, который действующий, то это, скорее всего, это медицинские отходы. А если вы проводите внешнюю штукатурку, это строительный мусор, который вывозится на полигон согласно 89 КЗ. Сколько времени могут храниться медицинские отходы в медицинских организациях после их обезвреживания? Нынешнее законодательство не устанавливает ограничения. То есть нет ограничения, сколько медицинские отходы могут храниться в обезвреженном состоянии. Но я вам могу сказать, как практик, который работает с медицинскими учреждениями, есть медицинские учреждения, которые накапливают их по 2, 3, 4 месяца. Очень был вот известный случай с больницей Боткинской в Санкт-Петербурге, где был большой скандал и проверки с прокуратурой. Все закончилось очень нехорошо. Обычно проверяющие органы больше недели не любят накопления, потому что это все равно вызывает риски. Мы рекомендуем все равно раз в неделю возить. Но, еще раз повторюсь, согласно нынешнему законодательству ограничений нет. Если хранится все согласно нормам, в комнате предназначенной и сделано согласно нормам СанПин, то вы можете хранить сколько угодно. Если мы говорим про необеззараженные отходы, то сейчас они хранятся также в холодильных, морозильных камерах без ограничения, но вышли новые правки СанПин, они уже опубликованы и ждут. То есть, ну, скоро должны вступить в силу, мы надеемся, согласно которым будут разрешено храниться в холодильных камерах, холодильниках неделю, 7 дней, в морозильных камерах не более месяца. Температурный режим, чем отличаются холодильные и морозильные камеры, также будет указан в новых правках санитарных правилах. Если в памятке по аптечке написано, что можно утилизировать как класс А, если это официальная бумага от производителя, тогда да, вы можете утилизировать это как класс А. Автоклавирование является ли методом обезвреживания? Да, автоклавирование является методом обезвреживания, после чего получается отход, по-моему, пятого класса опасности, который есть в ККО, он захоранивается официально на полигоне. Требуется провести экспертизу, потому что любой полигон после автоклавирования, если вы захотите ему сдать согласно коду этому ФККО отходы для захоронения, потребует у вас экспертизу. Если у вас экспертиза есть, у вас оборудование соответствует нормам, то да, автоклавирование с дальнейшим измельчением, потому что все равно
Санитарные правила требуют измельчения обязательно после любого метода обезвреживания, обеззараживания отходов. То есть, да, они являются классом А и уходят на полигон как такового. Причем, если мы говорим про отходы класса А, которые не имеют кодов ФККО и не могут храниться на полигоне, то после автоклавирования измельчениями это уже становится коммунальными отходами, которые имеют код ФККО, означает, может захораниваться на полигоне. Так, еще есть вопросы? А какие правила как правильно учитывать отходы класса Б, какие журналы должны вестись и где взять форму? По-настоящему для наших клиентов мы самостоятельно разработали форму, мы им предоставляем журналы, ну, в качестве комплексной услуги мы им оказываем полное сопровождение, включая обучение, но журналы, которые мы предоставляем клиентам, мы разрабатывали сами, то есть вы также можете сами разработать этот журнал. Если зайти в Яндекс, в Google, вы можете найти большое множество образцов таких журналов, и их введите. То есть, соответственно, там должно быть обязательно количество, вес, ответственный человек должен расписываться, и должен быть как в кабинете, на этаже условно, там в отделении у вас должен быть журнал отходов, так общий журнал отходов в комнате хранения отходов, где должен расписываться сотрудник компании, который у вас вывозит отходы, или, соответственно, ваш инженер, который передает отходы на утилизацию, если у вас собственное оборудование. То есть у вас должно быть один журнал в отделении, один журнал в комнате отходов хранения. Ну, если у вас есть собственные площадка по утилизации, то есть, соответственно, там, соответственно, такие же журналы требуются. Журналы, говорю, мы разрабатывали сами, есть очень много вариантов в интернете, можно посмотреть, как они должны выглядеть. Организация, спонсирующая полигон, отказывается в размещении медотходов класса А. Стоять в больнице, показывать паспорт отходов, мусор, да. Сейчас больницы не могут выдавать паспорт отходов, они их не имеют права разрабатывать, соответственно, как мы уже говорили, класс А не относится к 89 ФЗ, они не могут захорониться на полигоне. Я знаю, что очень большая часть отходов класса А Московской области, Тульской области, Ленинградской области идут на сжигание. Причем, когда вступила норма по региональному оператору и когда все это началось, то есть с конца прошлого года доходило до того, что Москва была вынуждена платить на тендерах за утилизацию отхода класса А, который, в общем, является эпидемиологически безопасным отходом, больше, чем за утилизацию отходов класса Б, который является потенциально опасным отходом, именно в связи с тем, что их много и непонятно до конца технологии их утилизации. Сейчас очень большое количество утилизируется именно методом сжигания. Но я знаю, что многие утилизируют на полигонах. Есть регионы, где официально, несмотря на то, что отходы класса А не являются отходом 89 ФЗ и не имеют права захоронить на полигоне, где региональные операторы вывозят эти отходы. Например, я точно знаю, что в Иркутской области региональный оператор вывозит отходы на полигон и то есть, ну, никаких проблем он с этим не испытывает. В документах указана норма, касающаяся сжигания для твердых отходов. Я не очень понял вопроса, потому что я конкретно специализируюсь по медицинским отходам. Если вы имеете в виду класс А, то как и любой класс Б, то есть мы руководствуемся одним единственным документом. Это санитарные правила. Других документов на данный момент никаких у нас нет. Это наш главный документ. Образование курса должны быть у работников в связи с отходами. И кто? Значит, сейчас есть очень большое количество официально аккредитованных Министерством образования Российской Федерации учреждений, которые проводят обучение по медицинским отходам класса А.
Я знаю, мы проходили, все наши сотрудники, хотя мы не являемся медицинским учреждением, мы все проходили обучение. Такая компания в Москве называется ТТ-эксперт. Я знаю, они проводят образование, обучение удаленно, выдают документы государственного образца, но этих организаций много, я думаю, что их можно найти. У вас в медицинском учреждении должен быть обучен как минимум старшая главная сестра, которая дальше, согласно требованиям стандартных правил, обучает весь ваш персонал, то есть санитарных, всех задействованных в работе с медицинскими отходами. У вас должны быть обязательно журналы обучения, их проверяют при проверках, где должны быть любой сотрудник, допущенный к обращению с отходами, должен пройти инструктаж первичный и проходить регулярно, согласно требованиям санитарных норм, до обучения у старшего сотрудника, который имеет документ государственного образца о том, что он обучен обращению медицинскими отходами. Допускается ли обезвреживание химическим способом в местах образования отходов класса Б и далее передачи на сжигание сторонней организации? Значит, если мы говорим про обезвреживание химическим способом, то есть некоторое время назад Центр эпидемиологии и Роспотребнадзора выступал с большим докладом о том, что данный способ является устаревшим, как я ранее говорил, он является опасным для персонала. Но и сейчас, то есть обезвреживание на местах в основном не допускается. То есть у вас должна быть отдельная комната, которая должна быть оборудована вытяжкой. То есть это есть в санитарных правилах, по-моему, часть шестая, где подробно расписаны требования к комнате, где должно происходить обезвреживание отходов. То есть сейчас, раньше я знаю, что много где еще в России происходит обезвреживание на местах, но наше общество все-таки развивается, цивилизуется, и все-таки нынешние требования все становятся более жестче и не допускается обеззараживание на местах. Все чаще мы видим, что медицинские учреждения за это штрафуются. А как мы помним, сейчас будут штрафовать по пункту 6.35 до 1 000 000 рублей, и мне кажется, что эти риски не обоснованы. Вам проще сделать отдельное помещение согласно нормам, чем платить подобные штрафы. Так, какой допуск должен иметь инженер-эколог? Съехал. Так, допускается ли... Так, какие требования должен иметь инженер-эколог по работе с медицинскими отходами? Я вам объясню, что есть специальные образовательные центры, которые обучают по этому спектру. То есть мы конкретно не занимаемся обучением, мы обучаем только наших клиентов. Есть много различных организаций, которые аккредитованы, в каждом регионе практически есть. И если есть что, есть общее федеральное, которое удаленно производит обучение. Здесь проблем с этим сейчас нет, оно недорогое. Медицинская организация использует в своей деятельности установки Балтнер для обезвреживания собственных отходов класса Б. Есть необходимость в связи с этим получать какие-то согласования с контролирующими органами? То есть, у вас, во-первых, у вас должны быть анализы того, что у вас получилось в результате использования данных установок. Я буду корректен, не буду ничего про них говорить. То есть вы закажите собственные исследования и проверьте качество их. Если их качество удовлетворяет требованиям того, что вы получаете в результате, то да, вы имеете право использовать их. То есть какую-то бумагу разрешения на их использование вы не получаете, потому что медицинское учреждение обезвреживает отходы согласно утвержденной схеме обращения отходов в медицинской организации, и ваш главный врач, ваша медицинская организация утверждает эту схему. Это может быть, в частности, установки Балтнер, которые продаются сейчас на рынке.
Так, медицинские отходы подлежат сбору, размещению и другие согласно чем медицинских отходов. Я не это, Владимир, не очень понял ваш вопрос, что вы подразумеваете под размещением медицинских отходов. Потому что вы имеете в виду на утилизации или на полигоне, потому что это очень разные вещи. Какие организации с СПБ по обезвреживанию медицинских отходов вы можете порекомендовать с учетом их организации в месте 24 спортивных объекта? В Санкт-Петербурге, конкретно я знаю, очень качественная организация работы, это называется «Медэкология плюс». Также вы можете, мы работаем, если интересно, можете обратиться к нашему подразделению в Санкт-Петербурге, которое окажет вам все услуги по всем отходам. У нас очень компетентное подразделение в Санкт-Петербурге. Так, если в регионе нет установки по сжиганию, то есть получается отходы класс А необходимо транспортировать в другие ближайшие регионы. Павел Шевчук, это сложный вопрос, потому что сейчас, в частности, как я вот говорил, что идет обсуждение изменений и новых правок, которые сейчас обсуждает новый Роспотребнадзор, Росприроднадзор вместе со всеми с другими государственными органами. Сейчас есть идея вообще запретить транспортировку медицинских отходов в другие регионы. В данный момент это разрешено, можно вывозить в другие регионы, можно вывозить. То есть очень часто я могу сказать, что отходы из Москвы вывозятся в другие регионы практически полностью, потому что Москва не может, на территории Москвы нету подобного оборудования. Дина, чуть-чуть прочитайте вопрос. Я, к сожалению, не найду ваш вопрос. Повторите. Отходы от транспорта класс Г. Нужна ли паспортизация? Какие отходы, смотря так, если это медицинские отходы, то надо смотреть, они бывают разные. То есть, если они есть в ФХКО, то нужно. Надо смотреть, коды ФХКО, относятся ли они к ним. Это все есть в открытом доступе. Можно посмотреть. Да, аккумуляторные батареи требуют. Обязательно, конечно. А, Дина, все, я понял. Так, есть еще вопросы? К сожалению, я мог что-то пропустить. К сожалению, я мог что-то пропустить, потому что очень много вопросов я уже не найду в прошлом. По какому документу запрещено захоронение медицинских отходов на полигоне? Значит, в данный момент отходы, которые захораниваются на полигоне, регламентируются 89-м федеральным законом, где расписывается подробно, какие отходы могут захораниваться на полигоне, какие нет. У каждого отхода есть свой код ФККО. У любого полигона есть список отходов, которые он может принимать. И согласно каким кодам ФККО он может принимать. Медицинские отходы не входят в 89 ФЗ, их нету в ФККО, в связи с чем ни у одного полигона нету разрешения их принимать. Простая логика. Если договор указан переход права собственности на отходы от учреждения к подрядчику, то это избавит от возможных проблем. Сергей Петров. Да, действительно, в данный момент мы, как подрядчик по вывозу отходов, например, всегда принимаем право на отходы, чтобы гарантировать безопасность наших клиентов. Это обезопасивает от проблем во многом, но есть, это, в общем, показывает порядочность вашего подрядчика, потому что он берет ответственность на себя. Я, кстати, рекомендую всем обращать на это внимание, что любой порядочный подрядчик, который уверен в том, что он делает, берет право отходов на себя и все риски принимает на себя. Но в случае, конечно, если они где-то будут найдены, мы все знаем, что медицинские отходы подписываются согласно санитарным правилам на местах, будет стоять название вашего учреждения, будет стоять подпись вашего сотрудника, и если они будут найдены, все равно придет проверка к вам. Да, с большой вероятностью вы сможете их
передать все требования, всех вопросов к вашему подрядчику, и к вам вопросов не будет. Но как был случай в Москве у достаточно известного медицинского учреждения, к ним пришли с проверкой. Я могу даже вам сказать, что это за... Это был госпиталь Вишневского. Их отходы нашли, а пришли к проверке и к ним, и к институту Вишневского, который является совершенно другим медицинским учреждением. То есть это гарантирует вашу безопасность во многом, но все равно как бы проверку вы в случае чего должны ждать у себя в первую очередь. То есть, и вам придется заниматься, надо понимать, что это может парализовать деятельность вашей медицинской организации. Но это хорошая гарантия, еще раз говорю, ответственного подрядчика. Ваша деятельность распространяется требования пункта 9 санитарных правил, микрофизический контроль, эффективное обезвреживание на установках. Да, конечно. На нашу деятельность распространяются все санитарные требования, которые распространяются. Поскольку нет отдельных требований к медицинским к организациям, которые занимаются утилизацией медицинских отходов, на нас по праву, ну, согласно нынешнему законодательству, распространяются те требования, поскольку других нет, которые распространяются в медицинские учреждения. Когда к нам приходит проверка, с нас требует также, чтобы мы соблюдали все правила, включая правила накопления отходов на территории наших площадок, наших заводов. И, конечно же, контроль и обезвреживание мы проводим, измерения, и с нас это, конечно же, требуется. Какие требования к транспортировке медицинских отходов по классам интересуют, в особенности класс Г? Значит, если мы говорим, давайте тогда, значит, пойдем от простого к сложному. Требования к транспортировке отходов. Класс А фактически можно транспортировать, поскольку они фактически являются отходами класс, такими же класс ТКО, они такие же требования, они вывозятся на мусоровозах. Если мы говорим про медицинские отходы класса Б, то в санитарных правилах подробно прописаны требования к автотранспорту, которые их вывозят. Класс В не имеет права транспортироваться с территории медицинского учреждения без обезвреживания на месте. После обезвреживания медицинских отходов класса В они становятся, согласно нынешней трактовке, классом Б, и из них распространяются требования как к классу Б. То есть медицинские отходы класса В не являются обеззараженными, они не являются отходом класса А, они являются классом Б, и требования класса А, класса Б на них распределяются. Класс Г. Надо понимать, что за отходы. Если мы говорим, что это ртутосодержащие отходы, тогда к ним требуется требования по транспортировке, которые относятся к ртутосодержащим. То есть, соответственно, специальные контейнеры для транспортировки. Если мы говорим, что это лекарство, тогда особых каких-то требований, кроме того, что указано в санитарных правилах, не требуется. Если мы говорим про отходы класса D, то радиоактивным отходам есть тоже, соответственно, особые требования. Я так понимаю, что этот вопрос возник именно из-за ламп, потому что всегда вопрос транспортировки ламп. То есть должны быть специальные контейнеры, предназначенные для этого. Также вы должны помнить, что у вас должны быть специальные контейнеры для хранения этих отходов на территории вашего учреждения. Куда дальше уходит результат сжигания медицинских отходов пепел? Значит, пепел, который остается в результате сжигания медицинских отходов, имеет свой класс ФККО. Он захоранивается на полигоне, где есть разрешение на это. Вы имеете право потребовать этого своего подрядчика. То есть не все полигоны, очень мало какие полигоны принимают данный вид отхода. Но ваш субподрядчик, который говорит, что он сжигает отходы сам, должен вам предоставлять документ о том, что произошло с остатком, потому что это является остатком вашего отхода, и конечной точкой ваших отходов является захоронение этого пепла на полигоне, который имеет разрешение на его размещение. Я согласно кодам ФККО своей лицензии. На медотходы, лампы, градусники требуется ли паспорт? В данный момент, да, требуется, согласно, поскольку они являются, лампы, они являются еще и по 1-4. Но здесь надо говорить, что немножко в разных регионах требования разные. Мы сейчас с вами говорим о том, что это
то, что вам нужно, чтобы точно гарантировать свою безопасность. Потому что мы своим клиентам рекомендуем всегда максимально гарантировать, все возможные проблемы учесть и получить все возможные документы. Так, Ольга ответила уже на ваш вопрос. Правильно ли я поняла, что нужны паспорта на отходы класса Г, в частности на аккумуляторы, автомобильные масла от санитарно транспортных перевозок? Наш Минздрав не принимает паспорта от медучреждений. Крым. Знаете, я вам говорю, что в нашей стране, в разных регионах, проверяющие органы имеют очень разный подход. То, что условно подходит для Краснодара, может не подходить для Москвы. Что подходит для Санкт-Петербурга, не подойдет к Крыму. Я уже сам в середине нашей своего презентации говорил о том, что вам нужно обсуждать эти вопросы с вашими конкретными управляющими органами. То есть, когда мы работаем с клиентами, мы обычно сами ходим, помогаем им с этим вопросом, то есть понять ту методику, которая требуется, потому что в вашем регионе, потому что любое учреждение контроля имеет право как ужесточать требования, так и наоборот. И мы знаем случаи, когда эти ужесточения реально официально даже издаются в качестве официальных документов. Что, к сожалению, я вам не могу сказать по требованиям Министерства природных ресурсов Крымской области. Я знаю, что наши клиенты во многих регионах делают эти паспорта. Третья бактерицидная лампа лаборатории тоже требует. Значит, деятельность бактерицидной лампы регулируется согласно санитарным правилам по организации работы медицинского учреждения. Номер Санпинок, к сожалению, по-моему, другой, но я могу ошибиться. Там подробно есть требования к работе этих бактерицидных ламп. Какие журналы вы должны вести, то есть это тоже очень часто проверяется во время проверок, которые проходят в медицинские учреждения. Закрытое акционерное общество может разыгрывать медотходы на сбор, вывоз, утилизацию. Может, конечно, разыгрывать Рустама. Я знаю несколько медицинских больших акционерных обществ, которые разыгрываются. МедСи, крупнейший, по-моему, один из крупнейших медицинских учреждений России частных. Они, правда, открытые акционерные общества, я могу ошибаться, не знаю их уставную форму. Они разыгрывают аукционы и проводят на собственных площадках. Я знаю, что некоторые на государственных площадках разыгрывают. То есть, да, но по-настоящему, если вы закрытое акционерное общество, вам проще просто разослать. То есть, если вы работаете в регионе, где большая конкуренция, и ваши сотрудники могут просто получить коммерческое предложение и работать с ними, требовать скидки. То есть это нормальная ситуация. У нас в большинстве регионов нашей страны существует конкуренция на этом рынке. Предоставляются различные услуги, причем это может быть как вывоз, так и организация утилизации на вашем месте, на месте вашего медицинского учреждения. Вы должны подобрать то, что подходит вам оптимально и удобно. Значит, отходы по обслуживанию медицинского транспорта, покрышки и другие относятся к медицинским отходам. Данные отходы в основном разыгрываются отдельно, их не относят к медицинским отходам, потому что они не имеют соприкосновения с больными. Я имею в виду покрышки и другое. Вопрос формального предъявления требований. Но обычно автомобильные части, они все-таки вынесены немножко отдельно от медицинских организаций, и в соответствии с чем их отдельно разыгрывают государственные учреждения на отдельных аукционах. Так, назовите документы по транспортировке, пожалуйста. Значит, документы по транспортировке медицинских отходов. То есть вы не очень понятен мне вопрос, то есть давайте я в общих чертах обрисую ситуацию. То есть есть требования к транспорту, который предоставляется санитарными правилами, то есть транспорт должен отвечать
должны отвечать сотрудники, которые допущены к транспортировке, требования санитарных правил, они там прописаны очень подробно, можно с ними там ознакомиться. Мы как организация предоставляем акты, в которых расписываются клиенты и на площадке. Часто мы делаем для некоторых клиентов по их требованию ради минимизации их рисков пломбирования номерные этикетки. Я знаю, что сейчас мы внедряем видеофиксацию, то есть здесь вы вольны требовать то, что вам нужно для обеспечения вашей безопасности. С точки зрения минимальной формальности, это должно быть акт приема-передачи, товарно-транспортная накладная. Больше ничего не требуется для конкретной транспортировки. Как быть в случае, если контролирующий орган требует паспорт на отходы, обучение по 112 часов программе, данные учета по отходам в соответствии с 721 ФЗ? Сергей Петров, не очень мне понятен вопрос, потому что на медицинские отходы паспорт отходов не выдаются. Конечно, да, сейчас есть некоторая коллизия. Мы знаем, что есть ситуации, что запрещено медицинским учреждениям делать все на государственным паспорта отходов, то есть денег на это не выделяют. А паспорта отходов требуются, и медицинские учреждения закладывают каждый год штрафы за то, что они не имеют права делать данные паспорта отходов. Это ситуация, с которой сейчас сталкиваются очень многие медицинские учреждения. Но это в основном происходит в Москве и Московской области, где контроль достаточно жесткий. В регионах такого я не очень редко, я не очень знаю, что такое встречалось. Обучение надо делать. Я уже говорил, что обучение есть огромное количество различных организаций, которые делают. И учет отходов то же самое. Кстати, я хочу вернуться к транспортировке отходов. То есть мы сейчас рекомендуем всем получать занятых в транспортировке ДАПОГ и ГЛОНАСС, потому что согласно постановлению правительства, к сожалению, на память я не помню номер, требуется отслеживание движения отходов. И любое медицинское учреждение имеет право затребовать это движение отходов по ГЛОНАССу, то есть сейчас относится ко всем отходам, включая 89-й, медицинские отходы в том числе. Нужна ли лицензия на транспортировку медотходов класса Г? Анна, значит, надо смотреть, какие отходы класса Г. Они бывают разные. На лекарства лицензии не требуются, на ртутосодержащие требуются. Надо смотреть, какие именно. То есть класс Г частично захватывает те отходы, которые есть в 89-м ФЗ. Надо смотреть, опираться на данный вопрос. Если отходы класса А теоретически приравниваются к ТКО, но вы их сжигаете или напрямую везете на полигон. Значит, конкретно, если вы говорите про нас, мы сжигаем, потому что у нас есть собственные площадки, у нас есть мощности, и для нас проще это организовать функционально. Мы с полигонами не работаем с точки зрения имиджа нашей компании, то есть мы не хотим даже площадки не размещаем рядом с полигонами, чтобы не было никаких опасностей нашей репутации. Многие, я знаю, везут полигон отходы класса А сразу на полигон, как и теоретически я допускаю, что очень многие везут и отходы класса Б на полигон, потому что снова-таки говорю, что когда разыгрываются аукционы по 4 рубля, то есть это цена 4 рубля, это цена вывоза на полигон, потому что полигон получает по рублю, плюс транспортировка все равно 2-3 рубля съедает. 4 рубля невозможно сжечь. То есть, ну, поэтому бывает по-разному. Вообще захоронение на полигоне отходов класса А запрещено, потому что у них нету паспорта, они не находятся в 89-м ФЗ, означает, что у полигона в лицензии они не вписаны, и значит полигон их официально принимать не может. Поэтому большинство региональных операторов, большинство регионов официально отказались, потому что, ну, для них это как бы копейки и риски уж очень большие.
Людмила, мы работаем в Крыму. К сожалению, я вас сейчас... Вы свяжитесь, мы вас сориентируем, потому что у нас очень активно работает Краснодарский край. Я знаю, что мы работаем в Крыму, но не знаю, по всей ли территории, потому что я конкретно отвечаю за Центральный федеральный округ и Поволжский Сибирь. Деятельность бактерицидной лампы водоканал тоже регулируется Санпином. Да, знаете, я уже третий раз, каким вы пишете этот вопрос, я говорю, что я, к сожалению, не знаю номер Санпина наизусть, который регулирует деятельность бактерицидной лампы, потому что все-таки моя специальность отходы, а не Санпин по обустройству больниц. То есть действие бактерицидной лампы регламентируется санитарными правилами по организации деятельности медицинских учреждений. Это другой немножко Санпин. Там надо смотреть требования. Значит, по бактерицидной лампе конкретно есть много ГОСТов, правил. То есть, я думаю, что вы можете взять наши контакты, свяжитесь, мы вам подскажем с удовольствием. Хоть это немножко непрофильный вопрос, но мы с удовольствием вам поможем по этому вопросу. Подход один у всех. Паспорта не утверждают от медицинских учреждений. Как и у кого их согласовывать? Значит, я вам говорю, что сейчас это коллизия правовая. Я могу вам сказать, как юрист, что это проблема многих медицинских учреждений. Они, медицинские учреждения, не могут получить паспорт на отходы, потому что они выведены из 89-го ФЗ. У них, то есть на государственном медицинском учреждении, я знаю, что даже при желании оформить данный договор не выделяется бюджета. А потом у них спрашивают эти паспорта при проверке. И многие учреждения вынуждены платить штрафы. То есть, ну, мы надеемся, что в ближайшее время данная юридическая коллизия будет она устранена. И то есть так или иначе выйдет какие-то разъяснения по этому вопросу проверяющих органов, которые по-настоящему уже выходили много раз, но проблему они не решили. То есть, ну, мы ждем как более комплексное решение с этим проблемам. Ну, даже не столько мы, сколько все медицинские учреждения, с которыми мы общаемся. Как определить необходимый объем расходных материалов для сбора отходов и чем руководствоваться? Дмитрий, значит, могу сказать так, что в своей работе мы обычно проходим, как говорится, ножками по нашим клиентам и смотрим, советуем, какие медицинские материалы им применить. Надо смотреть от размера ваших игл до объемов баков, пакетов, отходов. То есть это у вас должен быть сотрудник, главная медицинская сестра или другой сотрудник, который этим занимается. Так что данный вопрос, то есть вы можете связаться с нами, мы вам можем подсказать, потому что если бы вы хотя бы написали, что у вас за медицинское учреждение, я бы мог вас условно сориентировать, потому что, ну, есть общее представление. Назовите документы по транспортировке. Дина, значит, документы по транспортировке я уже говорил. В данный момент напишите вопрос еще точнее. Вы имеете в виду с точки зрения организации транспортирующей или медицинского учреждения? Потому что если вы говорите с точки зрения медицинского учреждения, то у вас товарно-транспортная накладная и акт, что у вас забрали, и в конечном счете вы должны получить акт о том, что их утилизировали. А если мы говорим о медицинском организация, которая занимается транспортировкой, то по-настоящему, согласно нынешнему законодательству, это товарно-транспортная накладная, и все. На данный момент, то есть, больше ничего не требуется, хотя, конечно, это форменное безобразие, потому что очень опасные отходы, а они должны требоваться что-то более. То есть, это, ну, все, кто работает на этом рынке, очень жалуются, что фактически может кто угодно вывести куда угодно и невозможно контролировать. Почему в станции Бакинской Краснодарского края утилизируются отходы из других регионов, а также отходы классов, не подлежащих сжиганию, что вызывает недовольство населения ближайших населенных пунктов? Светлана, насколько я знаю,
на Бакинского края компания, которая работала, закрылась, отключила оборудование. И сейчас уже ничего не утилизируют после того, как был большой скандал, и то есть там руководитель вашего Бакинской выступил на общем совете, был большой скандал. Почему привозят отходы из других регионов? Потому что это разрешено нынешним законодательством. Конкретно в Бакинской стояло плохое оборудование с плохой очисткой, которое не могло справиться с объемом отходов. То есть, наверное, никого, если вы оттуда, то это вас не секрет, что там отходы вываливаются через забор. Мне недавно присылали оттуда фотографии. Это жуткое безобразие. Но это невозможно запретить, потому что это разрешено нынешним законодательством. Почему там воняло? Потому что стояло очень плохое оборудование, которое не стояло должной системы очисток, потому что который сейчас, в общем-то, есть на рынке и используется. Значит, я по вопросу внесения платы по отходам класса А, следующий наш выступающий вас намного более компетентно проконсультирует. То есть после меня, я понимаю, будет выступать Берштадская. Вся в сентябре. То есть отдельно это очень человек, с которым я отношусь с огромным уважением. Она очень вас квалифицированно проконсультирует. То есть один из лучших специалистов, который есть. Я потом очень кратко скажу, что взносы платить сейчас не платят. Но надо смотреть, как общаться с проверяющими органами вашего региона. Городские больницы, разрешено ли им прямые договора? Значит, здесь этот вопрос не относится к отходам, но раз он затронут, то есть это вопрос законодательства по тому, как работают любые государственные учреждения, что любое государственное учреждение имеет право заключать договора прямые до 100 тысяч по одному вопросу, не более чем по одному вопросу на квартал на 100 тысяч. Если ваша городская больница укладывается, вы можете. Таких договоров может быть не более чем 5%, если не ошибаюсь, я могу ошибиться, от общей суммы договоров. То есть, многие работают по прямым договорам, но сейчас этот вопрос большинство разыгрывают на аукционах. То есть оно и проще, и прозрачнее для вас, и вы получите лучшую цену. То есть только я снова так говорю, когда вы говорите, разыгрываете аукцион, я вам советую все-таки очень тщательно относиться к составлению тех заданий. Есть огромное количество различных тех заданий, которые используют по всей России. Вы можете со всеми ознакомиться на государственных услугах, которые помогут вам найти подрядочного подрядчика, чтобы у вас не было проблем. То есть те, которые, то есть, и они будут соответствовать эти тех задания 44-му закону, федеральному закону. То есть, здесь как бы небольшая кропотливая работа, но мы все больше и больше видим, что во большинстве многих регионах уходит от простых после того, как у них начинаются проблемы с проверяющими органами, часто возникают проблемы с тем, что отходы находят черт где. То есть все больше и больше государственные учреждения закупают более комплексную услугу, более высокотехнологическую услугу или хотя бы услугу, которая предъявляет требования к качеству оказания. То есть я могу сказать, что в Тульской области, когда мы выиграли первый аукцион, мы были в шоке. Эпидемиолог Тульской области позвонил нам, сказал, что я завтра приеду проверять вашу площадку. И попробуйте мне не показать площадку. И мы ее приняли, показали, они были удовлетворены и работали. То есть вы имеете право это проверять. Если ваш подрядчик отказывается, то значит, вы можете с ним расторгнуть согласно действующему законодательству. Потому что это ваш вопрос, ваша безопасность. Требуется ли ДАПФОК на транспортировку медицинских отходов? Формально вы сейчас можете транспортировать медицинские отходы без ДАПФОГа. Мы получаем ДАПФОГ на всех наших водителей, потому что мы ждем
ближайшее время изменения законодательства. Мы не хотим, чтобы в один день все наши транспортные средства оказались непригодны к транспортировке. Но если мы вспомним, что такое ДАПОК, то ДАПОК нужен для транспортировки отходов 1-4 класса. То есть медицинские отходы к ним не относятся, если мы к этому уже говорим. Рустам, можете сформировать ваш запрос в одно сообщение? У вас, я читаю, по 3 слова разбросаны между другими сообщениями. К сожалению, поскольку я читаю другие вопросы также, не могу уловить суть вопроса. Ким, свяжитесь с нами, мы вам подскажем по бактерицидной лампе. Я вам сейчас не могу сказать, потому что, еще раз говорю, что не моя специализация бактерицидные лампы. Но мы вам подскажем обязательно. Так, мы заканчиваем или еще есть время? Ну все, давайте это еще 2 вопроса или все. Так, нужно ли учитывать медотходы в статистической отчетности? То есть, Анна Бодрова, да, у вас обязательно нужна быть отчетность по отходам медицинским, в частности. Сколько, Дина, сколько у нас стоит ассортинг для больницы? Обычно это стоит примерно 20% дешевле, чем вы сейчас обычно медицинское учреждение тратило до того, как мы начинаем с ней работать, потому что грамотная организация позволяет экономить, не только упростить работу, но еще экономить средства медицинского учреждения, потому что мы понимаем, что это одна из главных задач, кроме обеспечения безопасности, комплексного подхода. То есть, ну, это надо всегда подсчитывать, всегда цены индивидуально, но мы гарантируем, что цена комплексного подхода, который оказывает наша организация или другая организация, которая оказывает комплексный подход, будет процентов на 20 минимум дешевле любого другого законного способа работы с медицинским отходом. Конечно, выбросить на полигон дешевле всегда, здесь не поспоришь. Ну и давайте последний вопрос. Так, захоронение запрошено на полигон. Так, снова про класс А мы уже отвечали. А, Ким, свяжитесь, я отвечу, я прошу прощения, не вижу мелко. Да, бактериологической лаборатории обязательно для требования, да, распространяются. Сейчас в договор включается переход права на отходы исполнителя при переходе из ЛПУ. Как к этому относитесь? Дмитрий, последний вопрос я отвечу. На все остальные вопросы пишите, мы ответим отдельно. Еще раз скажу про переход права собственности на отходы. Любой ответственный, грамотный подрядчик всегда берет на себя право отходов, потому что этим самым он берет на себя все риски. Потому что если где-то отходы найдены, то виновен тот, кто является их собственником. Любой ответственный подрядчик, мы в частности, всегда берем на себя право отходов. Если ваш подрядчик берет, то значит у вас надежный подрядчик, которому вы можете доверять, и это очень хорошо. То есть мы это всегда прописываем. Все, я прошу прощения, мне говорят, что уже пора закругляться. Если есть какие-то вопросы, я думаю, что их можно как-то в другой форме, да? Вы пишите, мы все вопросы в некоторой форме ответим. Значит, здесь указана моя почта, то есть и телефон, можете звонить, писать по всем вопросам, мы с удовольствием вам ответим. Мы работаем практически по большей части Российской Федерации, мы работаем в Сибири, почти вся европейская часть России. Зимой мы начнем работать в Архангельской области, скажем, что вся европейская часть России мы обеспечиваем. Мы, даже если вы не хотите стать нашим клиентом, мы просто вас с удовольствием проконсультируем, потому что одна из главных наших задач, которые мы видим для себя, это все-таки наше здоровье наших детей и их безопасность. А вопрос медицинских отходов уж очень на это влияет. Все, было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо за внимание.